Как узаконить работу фрилансера? Самозанятых в России от 2 до 15 миллионов. Точные цифры никто не знает, так как свободные работники редко легализуют свою деятельность. А зачем вообще легализовать свою трудовую деятельность? Во-первых, социальные льготы, полис обязательного медицинского страхования и пенсионные накопления. Во-вторых, работодатель отдаст предпочтение тому фрилансеру, который стоит на учете в налоговой. В-третьих, фрилансер в законе может составить юридически чистый договор, который защитит его от обмана и дополнительной работы. В зависимости от типа деятельности фрилансер может стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Чтобы стать индивидуальным предпринимателем, нужно оплатить госпошлину, подготовить заявление и копию паспорта. Все это передать в налоговую службу. Плюсы. Подходит практически под любую деятельность. Можно самому нанимать работников и копится пенсионный стаж. Минусы. Ежегодные страховые взносы и бухгалтерская отчетность. Чтобы стать самозанятым, нужно подать две копии одного заявления в налоговую службу. Плюсы. Налоговые каникулы до 2019 года. Минусы. Не копится пенсионный стаж и подходит только под несколько видов деятельности. Теперь о том, как составить договор с заказчиком. В нем нужно указать перечень работ, сроки, сумму и условия оплаты. Если вы, скажем, занимаетесь только репетиторством или фотографией, обратитесь к юристу, он составит универсальный договор. Если же вы работаете удаленно и нет возможности подписывать бумаги, в суде в случае проблем поверят и вашей переписке в соцсетях. Ах да, за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей, если вы заработаете не более 1,5 миллиона рублей в год. Больше информации об ИП и самозанятых найдете по ссылке. Узаконили свою деятельность Дмитрий Дьячков и Артем Иванов.